Страница летописи стертых, глагол описанных простым, являет время кости мертвых для назидания живым. Тогда пред очи в тишине встают события и лица, и оживают, как во сне, седой истории страницы. Что отбираться поминует, как нам на Русь даром церковным перенесен был из Корсуни немалый образ чудотворный. И тут пришла гроза со степи, что, как всегда, врагов плодила. Баты орать с мечом и плетью на землю русскую ступила. На землю христианскую завел хан Баты такой обычай.
Если кто придет на поклон к нему, то не вели он сразу приводить такого к себе. Но приказано было, чтобы шел он сначала через огонь и поклонился кусту и идолам мусульманским. Многие князья с боярами своими проходили через огонь и поклонялись, и просил каждый себе владений. Им невозбранно давали ярлыки княжеские, какие они хотели получить. Пусть блестятся славой мира сего. В лето 1245 года, проехав многие земли, прибыл к Батыю князь Михаил Черниговский. Такова наша вера христианская, не велит поклоняться ничему сотворенному, а велит поклоняться только Отцу и Сыну и Святому Духу.
поступить. Уже полна хмельная чаша во искупление всех грехов. Сыны ушли, надежда наша, оставив немощных отцов. На них со страхом и надеждой через пыль дорог, из их прирам глаза подруг любимых, нежных, печально смотрят, как с икон. Русь, Русь, доколе чернее ночи, девичий день от солнца будет скрыт, доколе еще им будет смерть пророчить пыль, что летит из-под никованных копыт. Вернется к ней. Он будет рад, конечно, как же ночь, но возможно ли другой? Как смешно?
классно. На всех одна осталась доля, спахать мечами поле боя, как семя кости в землю зарыт, и красной кровушкой полить. На всех одна осталась доля, взамен былой девичьей воли, разлуки горькой, стылый крест, да долгий век ничьих невест. Послание, во след движению верста.
Такое видим на свидании, когда беда нежданная стучится. Земле родной погибель обещает листать ее истории страницы, чтоб жить, былых ошибок избегая. Мы, русские, сильны, когда едины, когда мы помним, что надели свято. Любите Русь, и будем мы непобедимы, неважно в 5 веке или 20-м. Thank you.